хотели показать уже все две недели, что есть. И мы все время делаем новинки, перебираем. Попробуйте что-нибудь. Волок для курицы. Волок для курицы, да. Потому что чистый волок для хорошей амбры. Вот и решили попробовать. Это курица, да, запеченная голень. Курицу мы покупаем и от Русила, и от Ашева, когда кто успевает, у нас объемы большие, и чтобы она не запрещена. Это всегда кебаб и наггетсы. Это наггетсы. Куриные филе для грудка на лесу. Вы что-нибудь попробуете? Балалар бекер аталар. Какие они? Рыбные, да? Рыбно-куриные. Вот это? 50 на 50. А разве? 49. Ждем вот вас. Балалар решили потому что рыба на по-разному. Давай. Рыбу заказать старый. Решили нарезать, а не фарш сделать и в соусе для детей. Вот здесь в этой школе готовят. В этой школе готовят.